Привет всем, меня зовут Том. И добро пожаловать в третью часть нашего с вами приключения, нашего с вами выживания в бутылке, друзья. В прошлой серии, как вы помните, мы сделали вон там вот себе бесконечный источник воды, а также спускались вниз, чтобы побороться с пауками и убили там спавнер этот пауков, вернее разрушили спавнер пауков. Сейчас мы убьем этого зомби и потом решим с вами, чем же мы будем с вами заниматься на протяжении всей сегодняшней серии. Так, мы добыли железо еще в прошлой серии, мы копали вниз, точно-точно, там мы нашли лаву себе. Так, у нас есть два ведра с водой, что же можно сделать? Конечно же, давайте сделаем, наверное, в этой серии озеро, а потом пойдем, наверное, с вами вон туда. Так, там у нас чертов паук, так, у нас здесь ничего нет такого. И, наверное, нам надо будет уже делать озеро и ферму тростника. То есть мы сделаем за сегодня две ачивки полностью, это по-любому. Также нам надо будет сделать как-нибудь ферму животных, но это где-нибудь вот здесь мы, наверное, сделаем, я думаю. Так что давайте, наверное, подготовимся сейчас. Так, что же нам может понадобиться там? Нам нужно, конечно же, два ведра. Это нам нужно будет для того, чтобы прорубить себе, вернее, проложить себе путь до той бутылки, в которой у нас свиньи ходят и всякие овцы там. Или кто тут еще есть? Я не знаю, кто тут есть еще. Так. А, и лопату, конечно же, лопату для того, чтобы копать. Для того, чтобы выкопать себе нормальное такое озеро. Я думаю, мы где-нибудь здесь его начнем копать. Здесь у нас есть вечный источник воды. Так, здесь у нас есть белый песок, это очень хорошо, что он у нас есть тут. Давайте, наверное, выкопаем его немножко. Так, тростник вот так вот сделаем. А хотя нет, нам все равно нужен будет. Нужно все это нам будет нужно, так что вырубаем весь тростник, потому что мы все равно будем сейчас рубить весь этот песок. И как-нибудь будем его здесь вот так вот ложить, этот песок. В общем, все это нам нужно. Сейчас мы сделаем озеро, потом с вами порыбачим как-нибудь, я не знаю, может быть, если вы захотите, там в комментариях напишите, если вы захотите порыбачить, то, конечно, я порыбачу там себе, наберу рыбки, наверное, вот. Так, что у нас здесь? У нас здесь все еще... А, нет, это уже... Да, это уже не песок, а те самые... Песочные блоки, или как их там называют, то есть из которых храмы делают. Помните, я вам в прошлой серии еще говорил? What the fuck, что это такое? Немного залагала штука. Немного залагал этот чертов белый песок, чертов пляжный песок. Оу, what the fuck? Нифига себе. Так, окей, ладно, здесь надо будет как-нибудь тогда закрыть. Вот так вот, чтобы вода туда не проходила, потому что, ну, я не знаю, здесь сделаем какую-нибудь лестницу, чтобы тоже вниз было, да? В принципе, нафиг нужна здесь лестница. Просто вот так вот поставим, вот так вот сделаем, и все будет окей. Так, и все. Все круто. Так, тут у нас вечный источник воды. Я не знаю, вырубать нам его или не вырубать. Наверное, все-таки да, все-таки я его вырублю. Вот. Одного вырубил, второго для прикола вырубил. В общем, вырубим эти источники воды. Так. Вот, да у нас, в принципе, уже озеро. Какое-никакое маленькое озеро есть. Так, давайте сюда водичку. Сюда водичку. Отсюда мы, конечно, будем набирать водичку, потому что это бесконечный источник воды. Так, просто нужно, наверное, воду по углам сейчас налить. Да, просто в каждый угол. В каждый угол по ведру воды. И будет этого... этого будет достаточно, это будет круто. Так, вот в этот уголок, наверное. И потом куда-нибудь сюда, в дальние уголки тоже. Сюда. Сейчас здесь выровняться должна. Так, все, и сюда нужно еще точно ведро. Затем куда-нибудь сюда. А, не-не-не, вот в те углы мы же тоже не заливали, черт возьми. Так, и вот сюда. Посмотрим, что у нас сейчас получится. Черт, почему? Почему сюда не залили мы? Вроде как хотели. Сюда зальем. Ух, сколько у нас ведер-то воды, а? Просто клево, ребят. Смотрите, какое у нас озеро получается крутое. Сейчас полностью все его заполним водой из бесконечного источника. Для того, чтобы никаких вот таких вот неровностей не было. Вот здесь уже все круто. Так, нет, не туда. Куда-нибудь сюда надо. Вот здесь опять ровно. Где-нибудь здесь тоже.
Налить бы водички. Вот, смотрите, как... Смотрите, как... Ой-ой-ой-ой-ой, какое у нас прекрасное озеро с вами, ребят. Вы только посмотрите. Вы только взгляните на это. Это же просто великолепно. Бесконечный источник воды, я думаю, мы с вами трогать не будем. Потому что... Ну, вдруг нам пригодится там вода или... Ну, чтобы с озера воду не брать. Вот, чтобы просто обратиться к нашему бесконечному источнику. Обратиться не в том смысле, что... Эй, источник, дай мне воды. А подойти к нему и... Эту воду оттуда... Взять. Окей, там у нас был спавнер. Этого спавнера больше нет. А теперь мы сделаем ферму тростника с вами, ребят. Ферма тростника, конечно же, вот так вот делается. Я думаю, вы все это прекрасно знаете, как она... Ой, господи, куда я ставлю? Я думаю, вы все прекрасно знаете, как она делается. Да ты чё? Издеваешься, что ли? Просто понатыкаю, я думаю... Песка этого сюда. О, нифига себе. Так. Окей. И тогда как-нибудь... Как-нибудь, я не знаю, вот так. Вот так. Вот так. И все. И сюда мы с вами тростника сейчас посадим. Как раз у нас 18 этих... 18 штучек тростника. Как раз здесь все было предусмотрено, видите? 18 песка белого мы нарыли с вами вообще. И больше здесь нет этого песка, кроме как вон в той колбе или в какой-то другой колбе. И 18 тростника, как раз чтобы на этот песок посадить эти 18 тростника. То есть, видите, здесь автор карты все предусмотрел полностью абсолютно для нас. А, здесь не посадится, а все потому что... Все потому, что туда вода не доходит. Или нет, подождите, тростника у нас 18, а значит... Да, точно, у нас 22 белого песка было. Ну ладно, ничего страшного, сейчас тростник еще вырастет. Или в следующий раз он вырастет, я не знаю, когда он вырастет. Но сегодня, сейчас мы пойдем... О, господи. Оу, щит. Оу, щит, сейчас мы будем воевать с огненными зомби. А идите отсюда, это моя территория, идите в свой двор, говнари. Говнари, потлатый. Так, этот ублюдок, этого ублюдка мы... А, окей, этот ублюдок даже не дойдет до нас. И тот ублюдок тоже до нас не дойдет, это 100%. Так, ферму животных нам надо сделать, да, еще говорят? Да. Если нам надо сделать ферму животных, давайте я немного вот так вот зарою, то нам нужно будет освободить себе место, я думаю, где-нибудь здесь. Так, ну здесь у нас есть вход туда вниз. Я думаю, мы здесь трогать ничего не будем, но... То есть вот здесь вот я имею в виду, ничего трогать не будем. Но здесь мы вот это вот все вырубим с вами. Оставим только проходик маленький, чтобы можно было залезть вот сюда, где эндер-сундук у нас. И там что-нибудь в него положить, чтобы потом в какой-нибудь другой бутылке это взять. Сначала, ребят, все сделаем здесь. Все сделаем локально, чтобы... Ну, я имею в виду локально... Все ачивки локальные сделаем, которые именно в этой бутылке нужно будет сделать. Вот. А уже потом будем рыпаться на те бутылки, на вон ту огромную бутылку. Ни хрена себе, какая она здоровенная. О, черт, на вот эту бутылку потом пойдем. Ох ты, я думаю, там какой-нибудь ящик есть или типа того. О, боже, там еще одна бутылка сзади, посмотрите. Офигеть. Ну-ка, может, я здесь что-то еще не увидел? Офигеть, сколько бутылок, ребят, это просто капец. Это просто мечта того, кто сдает бутылки. Окей. Секунды тупости. Секунды тупости с Томом. Па-па-пам. Так, что же... А-а-а, дерево, точно. Точнёхонько, ребят, дерево нужно посадить. Семена пшеницы... Вот честно, ребят, я не помню, чем можно приманить... Чем можно приманить этих... Этих самых овец, которые вон в той вот... бутылке обитают. Я не знаю, чем их можно приманить. По-моему, или семенами, или чем-то еще. Давайте, да, попробуем семенами их приманить. Ох ты, а нам же еще и нужно дерево для того, чтобы заборики сделать. Так что сначала мы, ребят, с вами посадим дерево. Так, а что-нибудь осталось с тех скелетов, которые здесь поумирали? Нам бы костей немножечко. Вот кость, я вижу кость. Сейчас сделаем 3 костных муки как раз с вами, ребят. И заставим какое-то из деревьев вырасти намного быстрее. Так, господи, нет, надо... Два блока. Все. Давайте, ребят, с вами посадим дуб. Куда-нибудь, я думаю... Нет, там мы дуб садить не будем. Все потому, что там у нас будет ферма. Там у нас будет обычная таки ферма. Можно будет куда-нибудь сюда дуб посадить. Хотя...
Нет, это место, я думаю, мы оставим для чего-нибудь другого. Куда-нибудь сюда давайте посадим его. Так, 3 костных муки. И что у нас получится сейчас? Так, костную муку используем на этом дереве. Я не знаю, вообще костная мука, она для чего? Она только для того, чтобы вырасти дерево. По-моему, только для этого. Я, честно говоря, не знаю. Для чего еще используется костная мука? Окей, давайте просто посадим тогда здесь деревья где-нибудь. Я не знаю, рядом, не рядом. Нет, наверное, рядом мы садить их не будем, потому что они не вырастут просто-напросто. Как-нибудь вот так вот. Потом одно где-нибудь вот здесь. Так, табличка у нас. Так, все спокойно. Здесь, наверное, мы еще с вами прорубим, чтобы здесь можно было что-нибудь делать. Я не знаю, чтобы как-нибудь, может, тут пройти можно было. Или для деревьев воду как-нибудь сюда залить, чтобы они быстрее росли. В общем, все, пока оставим так, как есть. Вот, даже так. Даже так с вами сделаем. Нет, надо будет все-таки вот так вот сделать. Все, чтобы мы могли подойти просто к эндер-сундуку. И все, давайте что-нибудь тогда... Дерева нет. Да, хотя нам нужно сейчас будет сначала, конечно, дерево. Чтобы деревья выросли у нас. Вот не здесь. Давайте вот здесь посадим. Потом можно где-нибудь будет здесь посадить. Ну, блин, места мало, слишком... Чересчур мало места, ребят. На самом деле, поэтому будем как-нибудь ограничиваться. Ладно, посадим дерево где-нибудь здесь одно. И еще одно где-нибудь. Ну, я даже не знаю, где-нибудь вот здесь. Пофиг. Пофиг, просто потом вокруг оградим забором деревянным. И туда уже будем сгонять всех овец и свиней. То есть, ну, ферму сделаем уже полноценную. Так, посмотрим, сколько у нас здесь дерева есть. И насколько, сколько дерева нам нужно для того, чтобы сделать заборы. Дерева нам нужно таки немало, я вам скажу. Ну вообще первым делом, знаете, что можно сделать? Можно первым делом пойти и нарубить дерево как раз таки. Мы пока не будем использовать семена пшеницы для того, чтобы приманить овец. Мы просто сначала добудем оттуда дерево. То есть сначала просто крышки у всех поснимаем. Вот так вот я бы сказал. Вот, у этих бутылок крышки просто поснимаем и все. Больше пока нам ничего не нужно. Погнали, ребят. Этим мы и займемся на некоторое время. Этим мы займем себя на некоторое время, точнее. Сколько песка мы израсходовали. Это, ух ты, там коровки. Нет, а нам сюда. Главное, чтобы курочки-то не выскочили. Когда мы к ним подойдем. О, они там яички откладывают, это хорошо. Это очень-очень хорошо, ребят. Это значит больше курочек. В принципе, можно будет сейчас просто даже туда зайти и собрать с них эти яички, чтобы там у себя, уже в построенном каком-то резервуаре, ну, не резервуар, конечно же, а в вольере, просто-напросто эти яички выкинуть, и чтобы появились курочки с них. Ну, то есть, чтобы птенцы появились. Ну, вы поняли меня. Так. Окей. Все. Нам нужно только дерево. Нам нужно... Сейчас, в данный момент, нам нужно, конечно, только дерево, но все-таки, раз уж мы здесь, то почему бы, ребят, нам и не собрать эти яички, да, которые там внизу? Конечно, нужно. Вон они, овечки как раз-таки, да. Я не был уверен, что овечки тут есть, но, оказывается, они тут есть. Так, спокойно. Спокойно, не торопимся никуда. Нам никуда не нужно торопиться. Здорово, птицы! Здорово, птицы! Курочки! Я пока вас отсюда не выведу, вы простите, курочки, но мне нужно идти домой и строить там, все, обустроить себе нормально. А потом, только потом, когда я построю вам домик вон там вот у себя, вот, только тогда я вас туда приглашу. А сейчас я забираю ваши яйца, курочки, и буду их там вылуплять.
Я не знаю. Я больше не знаю, как назвать это, блин, вылуплять или... Что это? Блин, пофиг. Забейте. Так, аккуратненько. Свинюшки, я думаю... Да, к свинюшкам мы тоже сейчас путь с вами проложим. Свинюшки — это тоже неотъемлемая часть нашего с вами выживания. Так. Как-нибудь вот так вот сделаем. Аккуратненько. Тут очень опасно, ребят, очень-очень опасно. Велика вероятность того, что можно вообще просто-напросто навернуться. Ух ты. Ты чё, свинюшка? Она так хочет вылезти, что сквозь стекло, блин, проходит. Так. Такой вот шикарный мостик, такую платформу шикарную мы построили. Блин, эти птицы тоже все смотрят на меня, они тоже хотят выйти, они хотят наружу. О, господи, я должен их освободить. Том освободитель. Так. Вот так вот, давайте с вами сделаем. Все. Теперь у нас есть мостик между домом свинюшек и домом курочек. Это очень хорошо. Осталось провести только мостик вон туда. Давайте, наверное, этим сейчас займемся с вами. Даже вот так вот проведем туда мостик. Так. Ух ты. Блин, земля уже кончается. Ну да ладно, надо будет, кстати, в пустых бутылках, которые я уже опустошил, надо будет потом добыть землю. Потому что земля нам нужна чисто для того, чтобы прокладывать путь куда-либо. Больше, в принципе, земля здесь незачем вообще. Не нужна ни зачем. Ни для чего. Так. Да, овечки, все, я вас вижу сейчас. Я просто сейчас мост к вам проложу. Ух ты. Это фак, они траву кушают, сволочи. Так, вот куда вся моя трава пропала, сволочи. Ладно, минутка наркомании 2. С Томом. Ба-ба-пам. Так. Вот так вот, видите? Все спокойно, все круто. С вами проложили путь до дома свинюшек. И сейчас мы просто... Ух ты, уже ночь. Блин, надо быстрее вырубать это дерево, которое здесь есть. И уже бежать к себе домой. Пофиг, из того, что есть, уже начинать строить заборик. Черт, ночью-то не круто. Так, у нас будет 80 дерева теперь. Так. Успею ли я? Нет, я не успею. Все, мне надо возвращаться. Все, я вернусь за вами, курочки. Я вернусь. Так. О, черт, они еще там... Яйца высиживают. Все, я бегу домой, ребят, потому что сейчас ночь будет, а ночью, как вы знаете, здесь тоже есть всякие зомби и всякие твари. О, what the fuck, дерево! Дружище. Так, стоп, первое дерево, которое я посадил, это было вот это дерево. Да, почему-то выросло дерево, которое я посадил чуть ли не последнее из дуба. Ну, ладно, пофиг. Просто пофиг. Идемте сюда и посмотрим, что у нас здесь теперь. У нас есть 80 дерева, у нас есть 2 ведра воды, у нас есть яички, которые мы сейчас давайте с вами, наверное, пойдем вылупим, да, где-нибудь тут? Или как это, я не знаю. Вылупим. А, what the fuck? Чертовы курицы. Почему они вылупляются? Эх, ну да ладно. Так, посмотрим, что можно сюда поставить. Все, рассортируем круто, чтобы не путаться в своих вещах. Тут у нас еще тут сундук есть. Хорошо, мы уже много всего добыли себе. Самое главное, конечно, это алмаз. Стоп, а где? А, вот они. Я уже пересрался, блин. Так, окей, из дерева нам нужен заборик теперь. Забор. А можно будет с вами, ребят, знаете, как сделать? Можно будет построить What the fuck? У меня еды нет? Что за херня? А, вот, у меня есть еда. Но мне ее не хватит. О, боже. А, нет, хватит. Да, хватит. Фух. Хватило, ладно. В следующей серии уже с вами пойдем за свинюшками, наверное, и
парочку свинюшек убьем и зажарим их мясо просто и съедим напрочь. Вообще, просто нафиг съедим. О, тростник уже начинает расти. Восходить. Так, посмотрим, что тут. К нам сюда никто не заберется. По крайней мере, пока. Так, здесь эту листву можно вырубить, чтобы сюда проходить. Нам нужно еще будет построить ферму тыков. Вот, и... Ну, я думаю, мы ее потом построим. Так. А сейчас что нам нужно? А, нужно сделать заборик. Окей, как делается заборик? Заборик делается, по-моему, из палок. Ну-ка, сейчас проверим. И да, вот он, заборик. Уже 8 штучек у нас есть, я думаю. Так, я думаю, вот столько вот нам хватит палок. Вполне, думаю, нам хватит столько палок. Так. И дальше уже не хватает. Нужно будет калитку замутить. Так, калитка. А как калитка делается? Я тоже, блин, забыл. По-моему, калитка... Господи, я даже не помню. Как она? Черт возьми, а как делается калитка-то, правда? Нет, это... Это что, это просто люк? По-моему, калитка делается точно так же, но из палок уже. Нет, это забор. Хм. Может быть так? Или может быть вот... Ну, это забор тоже получится. Так, а может быть вот так? Хм, странно. Может быть вот так? Господи, нет. Блин, я забыл уже все рецепты, ребят. Так что, наверное, я потом посмотрю. Ух ты, какое шикарное дерево выросло. Ни хрена себе, какие они огромные, ребят. Посмотрите. Точно, это же дуб, это же дуб. Точно, можно... Вот, что я хотел вам предложить, ребят. Ферму свиней и всех остальных можно будет сделать вот здесь, сверху. То есть земли у нас хватит, я думаю. Мы сделаем просто еще один слой вот такой вот из песка. И сверху еще поставим... Поставим еще заборов. Ну, для начала нам нужно все это дерево будет вырубить. Но это, наверное, в следующей серии. Сейчас я просто поставлю вот здесь вот заборики, чтобы сделать для животных вольер. Загон. Так, стоп. Не-не-не-не-не. Здесь мы не будем ставить. Здесь они пусть еще лазят. Вот здесь мы поставим с вами. Вот тут. И все. Так. Окей. Нужно вырубить. Здесь, я думаю, мы с вами пока что закроем. Просто будем знать, что вот тут у нас... тут у нас есть, куда спускаться. Все, и сейчас, блин... Сейчас бы, вот по-хорошему, надо бы калитку, конечно, построить. Но я даже не знаю, как она делается. Наверное, сейчас я свернусь по-быстрому и посмотрю, как она делается. Окей, ребят? А вы... Для вас это мгновенно просто пройдет. Окей. Так, я посмотрел, как делается калитка, сейчас я ее по-быстрому сделаю, и серию, ребят, уже надо заканчивать, потому что времени слишком много я угрохал на то, чтобы построить мосты от одной бутылки к другой. Но я думаю, это время нам даром не прошло, это хорошо, что мы построили мосты. Так, и давайте построим, по-моему, вот так вот. Да, все правильно. Все, есть, калитка есть. Можно считать эту ачивку выполненной с вами, ребят. Нам с вами, точнее. Все, вот она калитка. Все, вольер для животных у нас сделан. В следующей серии, ребят, мы пойдем с вами за животными. В следующей серии мы пойдем их как-нибудь перетаскивать сюда. Я еще сейчас погуглю, посмотрю, как перетащить овечек, как перетащить свинюшек. Свинюшек, по-моему, морковкой надо приманить. А морковку тут я не знаю, где взять, поэтому буду сейчас гуглить. Потом соберем с вами вот весь этот тростник, потом пересадим его. В общем, у нас есть чем заняться. Так, я посмотрел на Эндера. Не очень круто. Ладно, просто зайдем в дом и здесь, наверное, с вами уже закончим, ребят. Спасибо то, что вы посмотрели, за то, что вы посмотрели. Спасибо то, что вы остаетесь на канале, остаетесь на моем канале, остаетесь со мной, смотрите видео, лайкаете. Если вы скидываете друзьям, то это вам отдельный, конечно, респект там. В общем, спасибо за то, что вы со мной, ребят. С вами был Том. До следующих видео.